день рождения грядет. И вот получил такую открыточку на работе. Вот смотрите. Желаю тебе успеха, здоровья, всего по вообще там, это, счастья в личной жизни и так далее, и так далее. И этот день отметишь просто прям вот замечательно, проведешь его, ну, понятно, а Само собой, так бак-бак-бак-бак-бак-бак. Так вот, и главное, вот, Happy безды и Тим Вот как вы думаете, кто такой Тим Для Вадима М. Это ни много ни мало наш президент. Вот, честно говоря, как-то так, -то, так -то, озадачивает, когда такие открытки от президентов присылают. Нет, в принципе, это стандартная практика от начальства а в колледжах. А, и в предыдущем месяц работы тоже было. Ну, вот так, чтобы тимби, так, по запраске, так, воде. мамана, когда это. Так это, да, все зашибись, ты так это отметь. Думаю. Иногда люди просто не задумываются, как их поведение выглядит со стороны. Это, конечно, да, это, мягко говоря, странно просто подписали бы. Да и даже бы и просто бы не подписали. Открытка, сделанная в Америке, стоит, ну я думаю, ну минимум долларов 5-6, вот она стоит. И это уже приближается к цене бутылки вина в Трейдер Джо. Дал бы мне там десятку, гифт-карту какую-нибудь или типа того. Вот я бы это, за твое здоровье бы так и х и жахнул бы. Чувак, это вот что, открытка-то? Что вообще? Что мало нам открыток что за все эти годы там навыдавали? выдавали. Ой. То есть э, такое как бы даже не знаю. С одной стороны ну корпоративные правила как бы понятно. Я не то, что прям вот порчу. Э, с другой стороны конечно надо признать что э, какой-то пытался личностный аспект нести что там. Эй там чувак там я там типа в этот день как, как городок то помните. Душой и мыслями я со своими товарищами в ссылке, а телом я в гостинице в Цюрихе. Ленин там, значит, пишет. Смешанное ощущение, потому что, ну, команд, гусь свиней не товарищ. Это же понятно, что тут даже говорить нечего. Как-то это все ощущение какой-то, ну, как бы это скажем, опять же, как у Жванецкого. И самовар у них электрический, и сами они какие-то настоящие. Что-то, да, что-то в этом такого есть необычного, не, не типичного. А на предыдущем месте работы, вот я вспомнил, я 10 лет там проработал, там пускали открытки по кругу. Ну, мне кажется, такая практика распространена во многих местах, во многих странах. Правда, уже потом уже что-то надоело. То есть, как обычно. Пускай открытый шкуф прячутся от того, кому это надо подписываться. Там все что-то по каждой что-то придумывает. И потом ему, значит, там, день рождения, ему это подсовывают куда-то там, в офис там, или еще как-то. И я помню, я подошел к секретарше в какой-то момент, уже, по-моему, незадолго до пандемии, где-то в году в девятнадцатом. и попросил прекратить вот это все для меня. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, старый динозавр, мне там плюс-минус еще сколько-то, что, узнавать, что я еще на один год ближе к могиле, ну зачем мне это надо? Не надо. Прям прошу по-человечески, английским языком. Ну, не надо мне вот эти открытки. Ну, я, конечно, буду подписывать для остальных, не то чтобы я прям вот себя позиционирую отшельником. Но вот мне не надо. Прям повторил, но чувствую по глазам, что нет, это нифига и не прошло. Но они, правда, не могут не учитывать э, просьбу. Человек, раз человек сказал, значит, ну да. И что эти гады сделали? Они как раз все сделали строго наоборот: ах, ты старый динозавр! И вот не распечатали такую картинку с днем рождения, старый динозавр, динозавриков там расставили. Кто-то даже не пленился, э, нашел с днем рождения на русском перевел там на гугле у людей времени то сколько я вообще просто удивляюсь и это самое то есть хочешь хочешь выдели, выделиться не выделяясь ну так мы тебя наоборот достанем все равно это вообще просто я потом говорю ну вы, вы, вы никак не угомонитесь прям даже не знаю вот что уже что-то сделать-то просто прям опечатать что ли свой офис просто как это место преступления вообще уж какой-то ну так-то, конечно, я не то чтобы жалуюсь, это так, конечно, прикол. Просто надоело все эти подписывания и прочее. Какое-то время я еще старался, что-то придумывал. А учителям английского подписывал, это извини, пуха. Там, когда сова подписывала открытку с днем рождения, ослику. А, вот она, в оригинале там было что-то. Хиппи-хаппи, тудузду, бдузду, тутузду, бдузду. Вот что-то вот такое, вместо хэппи-бюстдэй ту ю. И вот я так подписывал некоторым. И так прикидывал, смотрел. А это, Поймут или нет это юмор? Потому что он здесь э, не сказать. Мне кажется, раньше был популярен. Сейчас, наверное, не так сильно его читают. Некоторые, да, некоторые были в курсе. Но многие, в общем, так. Это что-то тут на накорякал-то. А, мне они даже не говорили. Думали, наверное, что-то русский, что он там. Нацарапал вот эти вот тут узду. Типа от головы, что вот он, я даже и грамматику не знаю. Ха -ха. Серость это же бубль гум. Но открытки это, конечно, мелочь. По сравнению с тем, что там еще было на том месте работы. Грамоты. Почетные грамоты. Я вырос в СССР. И для меня это вот прям вот как дежавю. Возврат во времена СССР, когда там давали передовикам, там еще, там еще что-то. А мне кажется, 80-е уже просто стали по очереди всем давать, так по кругу. И там выдавали грамоты буквально вот за все, вот просто за все. Еще называли это above and beyond, это то есть просто пошел дальше требуемого За там уже мелочь какую-то, даже я просто сейчас не могу вспомнить. Ну там фигню какую-то, типа старушку, старушку через хайвей перевел. А гусей перенес, они Зараза, такие-то такие, ходят, такие упитанные, врагов-то в городе нет, естественно. И они так дорогу переходят, так типа, и пусть весь мир подождет. Так, это. И вот, тип того, и вот тебе грамота, и медальку еще потом, тоже потом один давали. Это кошмар какой, давали всем за все. То есть, зачастую из этих собраний в конце года, здесь грамоты выдавали, люди выходили там с двумя-тремя грамотами и с двумя-тремя медалями, Обвешенные просто. Это вообще, конечно, прикол. Просто я вот на это сидел, смотрел, думаю, где я? Это что это, такое вообще? Это откуда? Ведь понятно же, когда дают всем, это значит не дали никому. Н никто особенно ничего такого не сделал достойного. Конечно, и это, конечно, неправда. Потому что всегда, каждый год, кого-то можно было по целевому признать. И дать ему маленькую, там, до 10 долларов гифт-карту. Лочевку какую-то. Я думаю, они там достаточно денег тратили на всю эту лабудень. Чтобы раздать, там, не знаю, штук 5 гифт-карт. А когда вот всем за все, тогда никому ни за что. получается -то, по факту. Вот, это прям. И один раз мне и еще там нескольким людям дали грамоты просто так. Вот сейчас я покажу: то есть, вот Вадим, моя фамилия. Награждается за, ну или там это, признается, награждается. И это пустое место. Просто за то, что он хороший чувак. Вот, вот он такой классный. Вот не за что ему вот дать грамоту. Но вот очень хочется. Дадим. Просто так. Я думаю, вот, некоторые из вас со мной скажут, что я с вырезал. Потому что это вообще бред сивый кобыла. Как можно такие грамоты давать? Ну вот, вот так предвижу сейчас комментарии от а, а, некоторых а, товарищей, которые наши уже здесь, так сказать, соотечественники, живущие здесь, которые могут сказать, это такая либеральная тенденция, то же самое, что в начальной школе там, вместо оценок стикеры, там, смайлики и так далее, так далее, что никого не выделять, что в команды, когда играют там маленькие дети, там тоже счет не ведут, типа играют, играют. Ну, Такая фигня, в принципе, есть. Ну, и не сказать, чтобы она прям вот полностью была неправильной. Здесь нужно отделять муха от котлет. Но только маленькие уточнения про вот этот конкретный колледж. Это глухой консервативный регион Вирджинии, то есть политически там красный такой, что просто краснее некуда. Начальство все всегда было консервативное, просто прям вот во всех смыслах и в социальном, и в политическом. Там даже общие собрания вот по, насколько я помню, может не всегда, но последние вот несколько лет они прям открывались молитвами в государственном колледже на балансе штата. Собрание с молитвами. Так это прям на минуточку. То есть там консерватизм такой, но только вот еще не хватало этих скрижали с десятью заповедями. Вот у, у, на кампусе где-то вот такой памятник за бабахом. А так прям все было прям нормально, консервативно. Вот так вот все как надо. Так и правильно. И вот такая вот лабудень. То есть никаким либерализмом там просто в колледже не пахло правословно совсем. Где они взяли эту идею? Ну, где-то я, а я догадываюсь, конечно, откуда они откопали, но она совершенно не стыкуется с их ментальностью. Вот, поди ж ты, не все так однозначно, подумал ежик, слезая с кактуса. И я помню, я еще приволок с собой еще, когда мы в Америку приехали, кучу грамот всяких советских, там, передовикам производства, еще там, наставнику молодежи, всякого такого лабуденчика. В 90-х мы с другом скупили в книжных магазинах. И айтишнику, с которым я скорешился, выписал, говорю, вот тебе грамота. На русском все там написал ему. Что-то не помню, от балды там, за дружбу там, с Вадимом, еще что-то, еще что-то. И он вот, говорит, вот эту говорит, грамоту говорит, я буду говорит, хранить. На стенку себя там повесил, а него висело. Там со знаменами, да, все там на русском написано. Я не помню, печать я нарисовал, что ли, или нет, что-то такое, так, изобразил какую-то загогулину там, со своими этими инициалами, со своей монограммой. Но справедливости ради надо признать, возвращаясь, так сказать, к нашим баранам, что, в принципе, это, конечно, минимализм по большому счету то что здесь не пускают эти открыточки с подписями и не устраивают никаких там этих рассылок никаких поздравлений там шариков и прочее это хорошо то есть кто если кого-то хочет у кого-то с кем какие-то прям близкие дружеские отношения те могут поздравить а так это все так вот идет фоном ну как на работе в принципе и должно быть и кстати вот еще про открытки и поздравления я не помню, про Рождество я, кажется, ни разу не упоминал. Вот на предыдущем месте работы некоторые э, дарили всем открыточки и прям вот почтовый ящик просто распихивали. И причем вот я помню одна молодая женщина, она вот каждый год вот всем, независимо от того, я отвечали или нет, вот всем как все равно, как мне кажется, это э, ну как бы это сказать, это социально не совсем корректно. Потому что ты человека ставишь такое положение, что вот ты ему написал открытку, а человек даже не собирался на тебе ничего писать. И как-то как получил открытку, и так думаешь. ё просто ты! Как-то вот неловко, надо как-то это. Ну, я, правда, уже так махнул рукой, просто э, уже понял, что она просто так всем пишет. И, и это сейчас какую-нибудь там прикладывала конфетку там. Джерардели такую запакованную, как сейчас помню всем. Чтобы вот, подсластить вашу, так сказать, горькую пилюлю жизни. Вот. То есть, я понимаю ее, она никакого не было умысла, она ничего не ожидала. Но, в принципе, мне кажется, нужно все-таки понимать, что ты с человека таким образом ставишь в неловкое положение. Это вот э, очень такой вот социально тонкий момент с этими с поздравлениями, с подарочками и прочее с мелочами. Вот так наболтал мимоходом. Хотя одна открытка, а сколько навеяло воспоминаний-то. А вот. Ну, всем пока. Всем приятного весеннего настроения. У нас уж практически, я считаю, лето. Всем всего-всего. Пока-пока.